Салика Продакшн Студио. Делай так, как ты делала всегда. Не надо здесь что-то из себя корчить. Да, ну это грубо. Не надо из себя представлять здесь ту девушку, которой ты не являешься. Делай так, как ты делаешь в Тимиртау у себя дома, хорошо? Все. Все, что мне надо, я услышу. Или там. 3, 4. Time, it needs time to win back your love again. I will be well. I will be well. Хорошо. Давай еще помощнее сделай. Да? Давай еще. И смотри, Вик. Ты не вот так не заноси микрофон никогда. Вот такая привычка. Не делай никогда. Знаешь почему? Вот я пою, например. Time! It is time! У меня вот микрофон здесь, под углом. Зачем я это делаю? На меня смотрит публика, да. Ты перекрываешься, ты как знаешь, рэперы там, что-то они там. Хип-хоп там, ну фигня. Вот, вышла, опять, про раскрепощение, ты вышла, и смотрите, вот она я. Они, смотрите, да. Вот это запомни, что я тебе сейчас скажу. Ты, когда исполняешь какую-либо песню, ты себя вводишь в эмоциональное физическое состояние, из которого не должна выходить до конца песни. То есть ты, когда исполняешь песню, превращаешься в песню, а не в себя, не в Вику из Тимиртау. Ты превращаешься в песню. Почему? Потому что в артиста влюбляются и его слушают из-за того, что он создает образ на сцене. Может, он в жизни не такой совсем, но на сцене он живет этим, понимаешь? Нужно этим жить, нужно проживать то, что ты поешь, а не просто типа наизусть петь. Даже если ты поешь, там, изучаешь песню, все равно надо стараться вот эту вот душу свою выливать. Они всегда живи тем, что ты поешь. И тогда у тебя будет «Вон быстро!» И у меня раз, у меня уже глаза поменяются, я уже другой становлюсь, понимаешь? У меня это на автомате, а у тебя пока не на автомате. Дикция, артикуляция достигается не тем, что ты просто тупо рот открываешь, а психикой твоей. Так ты голову свою настроишь, и с этого не уйдешь, так и все будет, понимаешь? А не так, открою рот, ну я каждому открою рот, но не все же могут его открыть. Это же нужно себя заставить сделать, понимаешь? To win back your love again, I will be well. Only love can bring back your love someday. I will be well. I will be well. У тебя вот стойка должна быть вот. Time in its time. Все тело должно вот быть, а ты держишь и думаешь, сейчас куда-то его убрать, понимаешь? А это же твой голос, продолжение голоса, микрофон. И с ним работаешь, как собственным голосом. А сейчас начнутся барабаны, покруче начнут. Поехали! Fight, baby, fight. Наверх пошла. To win back your love again, I will be ready. Ты не распетая, не нормально. Ты не распетая просто, я тебя там заставил сейчас проорать. А ты попробуй вот так с нераспетым этим моментом. На-най! Там откройся конкретно. To win back your love again. Вот, видишь, да, то ты взяла верхнюю ноту с хорошей подачей и эту же подачу сохранила до конца. Попробуй. То есть манерку такую, знаешь, роковую попробуй. Вот, смотри, давай, если вот файт, да? Fight, baby, fight. Ты поешь таким светлым, таким звонким голосом, да? Да, немножко манеру вот эту вот. Fight, baby, fight. Попробуй вот это сделать, с таким напрягом спеть. Попробуй, давай. Fight, baby, fight. To win back your love again. To win back your love again. I will be there. I will be there. Чтоб тепло в мороз трескучий, чтобы лето без дождей. Смотри, давай.
с микрофоном, а ты умеешь работать с микрофоном? Нет. Вот ты его на один уровень поставила, что громче, что тише, уже на одном уровне стоит. Вот ты да. Вот бы взять и стать везучим. Ты же сверху не там, пам. Значит, нижняя нота тише верхняя, да? И то есть все время нужно регулировать. Тоже как time! Понимаешь, ты же отводишь, да? Вот то же самое здесь. Только не надо сильно отводить, здесь аккуратнее работает. Вот бы взять и стать. Вот бы здесь все, капец. Подожди, вот свой. Вот бы взять. Вот бы взять. Смелее. Ты должна вот, у тебя должно, знаешь, в голове быть вот это удовольствие от того, что ты воспроизводишь звуки, понимаешь? Вот это надо делать. Вот бы взять. Вот бы взять. Еще давай. Вот я тебе, вот я тебе стою, пою, да. То есть я перед тобой не стесняюсь. То есть я понимаю, что передо мной стоит девушка, я ей там пою. Вот это мое нутро, но где-то, может быть, я, может быть, как-то не так и выгляжу, понимаешь? Но вот мне так хочется это сделать. Я поэтому говорю, вот бы взять и стать везу. Понимаешь, вот эти вещи? Давай. Вот бы взять и стать везучей. Да, да, но только смотри, ты сейчас нажимаешь и громко поешь, а я же не громко.